Все атеисты-ученые наперебой стали представлять доказательства о существовании Творца. Современный мир сам по себе образоваться не мог. Современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения. Британский физик Мартин Джон Рис, лауреат Темплтоновской премии этого года, на счету которого более 500 научных работ, получил 1 400 000 долларов за то, что доказал существование Творца. По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики академика РАЕН Анатолия Акимова, существование Бога доказано научными методами. Бог есть.